Скажите, а что вы думаете по поводу этой номинации? Ну, я не знаю, мы не про номинацию говорим, мы говорим про выбор исполнителя. Да. Выбор исполнителя, ну что, она хорошая певица, мне нравится. А что касается песни, я ее не понял, поэтому если у нее просто появился шанс, появилась возможность себя показать, в общем-то, с точки зрения продвижения девушки, да, как артистки, я думаю, что это хорошая история. С точки зрения продвижения для нее это хороший аванс. Хороший аванс со стороны там, того же Первого канала. Верю в победу? Тоже не верю. Но для нее, как для артиста, это хороший просто аванс. Вот и все. То есть я ничего плохого в ее адрес сказать не могу. Мне она симпатична. И хорошо, что отправляют музыканта. Если в прошлом году сочетание всех ключевых инструментов... Но все в том, что если она является гражданкой России... Это один вопрос. Если она все-таки является гражданкой Таджикистана, то это другой разговор. Потому что, в принципе, по сути, по-хорошему, Россию должны представлять граждане этой страны. И ощущение, что в стране больше не осталось талантливых людей. Наверное, так. Я говорю слово «если». А какой национальности человек и где она родилась, не имеет никакого значения. Понимаете, да? Да. Тут вопрос заключается в том, что просто Россию должны представлять. Тем более она, видите, как, смотрите, девочка с таджикскими корнями поет блестящий русский фольклор. Это как раз и есть как бы некий такой культурный мост в отношениях между государствами. Я, кстати, очень спокойно отношусь к людям разных национальностей. И неважно, кто будет петь, а какая разница. Это не имеет никакого значения. И я думаю, что все, что сегодня происходит... Например, вот это отторжение, да, это все-таки хейтеры, скорее всего, Первого канала.